Тем временем новый подвид омикрона Кракен добрался до России. Пробы XBB.1.5 обнаружили в Пензенской области. Этот подвариант может заражать тех, кто переболел первыми вариантами омикрона. По оценке европейского регулятора, это наиболее трансмиссивный вариант вируса. Напомним, Кракен впервые обнаружили осенью 2022 года в США. Так он ответственен почти за половину новых случаев заражений в декабре.